Добрый день, ребята! Тема нашего урока – ранние браки, кража невест. Для многих из нас семья определена как одна из самых важных ценностей в жизни. Кажется, что это так естественно – влюбиться, создать семью, родить ребенка, вырастить его достойным человеком, потом ждать внуков. Есть тенденция роста фактов, разрушающих не только судьбы, но и жизни молодых людей. Ранние браки, незарегистрированные браки, случаи кражи невест, разводы, дети, растущие в неполных семьях. Причина этих человеческих трагедий в незнании своих прав и неумении защитить себя в подобных ситуациях. Ранний брак юридически – это брак, заключенный между молодыми людьми, не достигшими 18 лет. Психологически – это когда человек действует импульсивно, не думая о последствиях. Ранние браки не являются решением проблем. Вступление в брак должно быть осознанным и взвешенным решением. Ранние браки зачастую недолговечны, так как отношения построены на инстинктах и ощущениях. Отсутствует надежность, то есть такие отношения очень шаткие. Если вы не знаете, зачем вы создаете семью, то вы еще не готовы к супружеской жизни. Похищение невесты все еще практикуется в нашей стране. В республике ежегодно крадут не менее 15 тысяч девушек, которых впоследствии принуждают вступить в брак. Кысылакачу означает бегство с похищением девушки. Типичный вариант похищения без согласия предполагает похищение девушки насильно или путем обмана молодым человеком, друзьями или родственниками будущего жениха. Сегодня кыс-алакачу ошибочно многими трактуется как традиция этнических кыргызов. Однако это не что иное, как разновидность современного насилия над девушками и женщинами. Похищение невесты или брак умыканием – практика насильственной женитьбы в Кыргызстане считается преступлением и уголовно наказуема. В конце 2012 года был принят закон, предполагающий ужесточение уголовного наказания на срок от 3 до 10 лет с формулировкой «за принуждение лиц, не достигших 17 лет, вступлению в брак». Статья 155 предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Норма вступила в силу в январе 2013 года. Наказание за кражу невесты. Минимальный возраст вступления в брак в Кыргызстане составляет 18 лет. Традиция сегодня – это брак, построенный на эмоциональных чувствах, как мужчины, так и женщины. Традиция – это встречаться с девушкой, чтобы получше узнать друг друга. Традиция – это набраться храбрости и признаться в любви. Традиция – иметь возможность выбрать достойного человека.